Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Так, здесь у нас блестящий янтарь забрали, отлично. А можно? Нельзя, не хватает. Так, дай-ка я камеру, наверное, чуть-чуть отдалю. Вот так хотя бы. Угу, барсик, поиск бесплатный, пускай летит. Дальше у нас Кривоклык, расскажи остальным тоже бесплатно. И Грамгильда, собственно, персоны, драконы, бесплатно. Вроде бы как всех озадачил. Так, это у нас на заданиях. Беззубик еще не вернулся. А здесь мы с тобой берем брошку и вот эту вот лопату. Замечательно. Давай дальше посмотрим, кто у нас тут что сделал. Скалотряс вперед за древесиной. Так, погоди, ты, наверное, вернись. Мы тебя отправим дальше обучаться. Да, так будет справедливей. Этого отправляем за рыбой. Так, 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 сейчас посмотрим. Ты-то у нас готов, в конце концов, стать уже титаном, или ты... Нет, он меня так и будет, ребята, до последнего изводить. Не хочет, понимаешь, не хочет он переходить ловушка-лом. 43 миллиона, давай вернем и опять его отправим, пускай идет, собирает. А здесь у нас получает уровень шипотень. И дальше продолжает у нас качаться. Так, ну а ты что, брюхоглот? Наверное, тоже тебя отправим. А не получится, видите ли, у нас не хватает там места. Академия уже вся забита. Хорошо. Здесь забираем рыбу. Этих трогать не будем. Покормить. Офигеть, покормил. Два раза ему щелкнул, и все, ребята, и не осталось у нас с вами рыбы. Ну что ты мне принес? Чешуйку плюс, опять же, тусклый янтарь. Давай, иди дальше на поиски. А ты? Понятно, какие-то руны и опять же тусклый янтарь. Все, всех отправил. Вроде бы как приструнил. Давай теперь откроем загадочный пак. 6 монет Одина. Кревет, крылатый ужас, шторморез и ресурсы. А это кто у нас? Ну, 100% да, острокоготь. Он у нас есть, поэтому мы его сейчас с тобой отпускаем. Ну давай ты вылупляйся уже, в конце концов. Их аж 3 штуки в наличии. Куда? Куда столько? Так, у нас, видимо, пак последний здесь, кстати, да. Ну-ка, шепот смерти, громобой, кревет, костолом, крылатый ужас, водорез и беззубик выпадает. Так, схватки. Вообще ни одной, ребята... колоды не осталось, которую мы могли бы с тобой активировать, поэтому нужно их будет зарабатывать. Так, ну а мы здесь заберем с тобой награды. Это 25 тусклого янтаря. Дальше идет 30 конфет. И что-то еще. И 50 конфет. Так, ну самое-то главное, что, друзья мои, у нас событие, да? Я надеюсь, оно уже открыто. Да, открыто. Погоди. Ага, вот. Угроза, драконий корень распространения. Оу, такое название. Слушай, 5 дней будет длиться, значит, это событие, скорее всего, очень длинное, большое. Ну-ка, проверим. Ну да. И самое интересное, что здесь разыгрываются у нас и руны, и конфеты. Ну, конфет, правда, мало, 250 штук, плюс тусклый янтарь. Ну что, давай попробуем. Я не знаю, возьмем парящего прихвостня, попробуем сыграть им. Хотя это, наверное, рискованно. Мы привыкли с тобой просто, чтобы у нас барсик есть. Фига он тут занимает место. О, как-то кисленько ты бомбишь. Друзья, я даже не знаю, нам, наверное, придется все-таки вернуть обратно барсика. Хотя, нет, ну барсик действительно, он по уровню будет помощнее. На тебе. Так, укусили. Броню понизили. А этот сейчас фаербол, скорее всего, зарядит по нам. Посмотри, у него энергия-то приличное количество. А, он решил хильнуться. Ну, если ты решил хильнуться, то фиг с тобой. А что это у нас такое? Пламя, плюс мы вешаем на него гипноз. Ага. Прекрасно. Что мы с тобой здесь можем замутить? Кстати, тоже, друзья мои, понижение брони есть. Именно у прихвостня. Так, промахнулся. Ага. Пока у них тут уровень маленький, естественно, мы их здесь спокойненько разбираем.
Но это продлится не очень долго. Так, добивка. Здесь мы с тобой хильнемся. Сделаем укус. Так, ужасное чудовище промахивается. А этот попадает. Давай сделаем вот так. И добьем. Ну что, ужасное чудовище, все. По-моему, ты допрыгалась. Тебе здесь ничего не светит. Он еще и промахивается. Тем лучше для нас. Добили. Ну что, неплохое начало. Крутим колесо удачи, и выпадает нам... Блин, я уже хотел обрадоваться, думал, плод мудрости. Нет, перескочило. Ладно, заберем с тобой 600 тусклого янтаря и переходим с тобой опять на обычный поединок. Раз. Два. Два обычных поединка, после него мы забираем с тобой загадочный пак. Ой, я же хотел... Ай. Поменять же хотел, барсика обратно. Ну-ка, синие, синие. Ну, мы фиолетовые, мы должны их тут разнести в хлам, в принципе. А зеленые... Ага, зеленые очень хорошо бомбят как раз фиолетовых. М-да. Нифига, почти ушатал. С плюшки. Нормуль. Да, по фиолетовым, по этим... А по синим мы, конечно, наносим тут офигенный урон. А вот зеленый наносит урон именно по фиолетовым. Офигенный. Если, например, сделают так. Мало, конечно, отнимает этот суперудар здоровья у противников. Мало. Хотелось бы, ну, чтобы посерьезнее что-то было. Так, бомбим. Понизили защиту и уничтожили. Переходим с вами на вторую волну, где у нас шторморез плюс пристиголовый. Так, сейчас посмотрим. Пам-пам-пам-пам-пам. Подожди, нам это бесполезно. Давай так, наверное, пыхнем. Укус. Добить сможешь? Нет. Ага, скрита все-таки вынес. Вынес, он молодец, красавчик. Кривоклык ушатал этого хламона. Понижаем здесь броню. Еще. И добивка. Против синих, конечно, топово играется. Но это только против них. Давай крутанем и заберем с тобой. Ну дай прилив сил-то. Еее, спасибо. Спасибочки за такую награду. Ну что, идем с тобой на следующий поединок. Опять же, обычный, друзья. Ничего здесь такого заурядного не будет. Просто забомбим и возьмем с тобой уже загадочный пак. И самое интересное, что здесь поставили его одного. Почему? Страж смерти один. Он сам в себя поверил или что? Давай проверим его на ощупь. Кстати, он тоже фиолетовый. Тем не менее, мы его довольно быстро сейчас разберем, потому что мы уже понизили защиту. Две волны. Не знаю, почему такой вот сделали разбросик. Добили. Ага, здесь трое. Слушай-ка, ну по идее надо вот этого ушатывать. Именно его. Сейчас, 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 подожди, добьешь? Молодец. Кривоклык красавелла. А этот будет... Блин, значит, этот будет фаербол пускать. Промахнулся. Что-то здесь, друзья, не то. Что здесь не то? Что они мутят? Какую-то мутью хотят сделать, да? Ведь кто-то из них должен же сделать суперудар. И это, наверное... Ох, ничего себе! Я не ожидал, что такой будет эффект. Он, короче, смотри, понизил нам защиту. Плюс наложил вето. То есть мы не можем с собой... А, ну все, уже отошло. Мы не могли с собой использовать заклинание. Зашибись. Ты просто глянь. Мой шторморез еле-еле тут, я не знаю, выжил. На добром слове. Так, вжарили. Куснули. Но мы его сейчас нахлобучим. Мы обязаны его просто изничтожить. Все, мы здоровье себе восстановили. И теперь... А ему ничего здесь не поможет. Ну, ударит он нас, ну и что? А мы-то его сейчас в раскромсон отправим. На, ой. Не вышло. Все, отлично. Очередное наше колесо. Выпадает нам здесь... Уть, древесина, древесиночка. 75 миллионов. Но зато забираем с тобой загадочный пак. Так, у нас еще две энергии. То есть получается поединок, поединок. И 1400 тусклого янтаря мы с тобой заберем.
Плюс 600, которые были, итого 2000, да? Получается, мы с тобой получим 2 светлых янтаря. Чистых, точнее. Ну что, душитель, пора тебя душить. Не надо тут квакать, пожалуйста, не надо. Окей. Давай, наверное, так. Почему-то они взяли моду одного противника выставлять в первые ряды. Нет, для меня это большой плюс. Огромный просто плюс. Как бы это мне офигенный аванс на победу дают. А вот здесь... Ой-ой-ой, крылатый ужас. Хофер плюс колотряс. А не жирно ли будет? А? Друзья, а не жирно ли это... Так, погоди. Давай, наверное, хофера уничтожим, потому что он синий и, соответственно, по нему повышенный урон идет. А вот дальше сейчас что-то будет. Нет-нет-нет, не надо уничтожать. Ау, кривоклык, родной ты мой, как же так? Как же так? Они тебя распетрушили. Слушай, я боюсь, мы тут сфейлить сможем. Тихо-тихо-тихо, смотрим, ребята. Ой. Если я ударю, добивка будет? Да фиг там будет добивка, конечно. Вот тут я, конечно, лопухнулся. И потратить пришлось мне, а? Прилив сил. Да. Ну, потому что кривоклыка распинали очень быстро. Вот, все из-за этого. Ладушки, двигаемся дальше. Ну, порадуй меня чем-нибудь хорошим. Плодом мудрости, да, конечно. Конечно. Дают 25 миллионов рыбы. Ну что, последний у нас поединок. Дай-ка я, наверное, все... А, я не успел. Я не успел. Хотел взять себе барсика на замену, но не успел. Так, здесь уже вдвоем они. Душитель и дымодышащий. Давай начнем, наверное, с... А, надо было с синюхи начинать. Он же у нас как бы слабачок получается. Тогда будем его, наверное, расписывать. Ты смотри, что делает. Ну-ка. Если я вот так вот. Да. Тут получилось. Этот будет бомбашить. Ведь будет же. Конечно. Без остановки просто начинает шмалять. Так. Нифига не добили, да? Все-таки меняем. Ребята, он по уровню не вытягивает. Ну, то, что у него 14 уровень, это очень мало для нас. Нам нужен барсик у него какого? 16 уровня. Так, мы можем... Давай, наверное, вот так вот начнем. Подобьем с тобой Громоля. А потом уже остальных чикнем. Окей. Так, за столом. Получи, парень. Сейчас еще укусик. И что у нас тут? Еще укус можем сделать. Так, этот промахнулся. Что, он будет разбег делать? Скорее всего, будет. А, у него не разбег. У него вот такая вот гадость. Где он нам броню понижает, естественно, защиту, да? И делает сайленс. Вот так вот. Опа. И добивка. Колесо. Выпадает нам древесина. Понятно. Так, и давай приблизительно с тобой приценимся. Так, забираем тусклый янтарь. Да-да-да, на почту. Давай, отправляй. Смотри внимательно. Получается у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ребята, 2 поединка по 5 боев. Вот так вот я тебе скажу. То есть нам придется еще 2 раза сюда заходить и с ними драться. Так, ну здесь мы с тобой забираем тусклый янтарь. Это понятно. Плюс загадочный набор. Вот, покажи. Шторморез, крылатый ужас, парящий прихвостень. Ну и капельку ресурсов нам тут подкинули. И еще 1400 тусклого янтаря. То есть я могу спокойненько идти к сюда, к Эриту. И заказывать у него даже 3. 3 чистого янтаря. Здесь мы что-то выполнили, поэтому заберем награду. 75 тусклого янтаря. Ну что, я предлагаю тогда следующее.
Что ты у меня тут стоишь, прохлаждаешься? Лети давай. Пойдем сходим с тобой на арену. Блин, а ты-то что не добиваешь? Давай, вперед, вперед. А пойдем с тобой на аренушку. И набьем себе немножечко паков. Потому что у нас остался всего лишь один, и то он скоро откроется. Поехали. А здесь, как говорится, лишним не будет. Поединочки, поверь мне. Так, Скалотряс, Кривоклык. Это два красных. И кто там против нас еще? Ага, Жипорез. Так, ну-ка посмотрим. Мы против красных как вообще? Фиолы против красных? Да никак. У нас нейтральная, да, как говорится, равная атака. Но Скалотряс, конечно же, он на это не согласен. Он не согласен ни на какую равную атаку. Начинает они усердно, как ты видишь, бомбить моего прихвостня. И, скорее всего, сейчас они его уничтожат. Надо же. Бомбанули. Давай-ка сюда бомбанем теперь. Сейчас ушатают? А-а. Не вышло ни шиша у вас, ребята. Ничегошеньки у вас не получилось. Промахнулся. Ну тогда все, тебе крышка. Ну что, Кривоклык, тебе сейчас будет ханарики на воздушном шарике. Давай сделаем укус. Сделаем. Зачем нам так? Лучше вот таким образом. И добиваем. Пониженная броня, естественно, сразу сдувается. У нас с тобой очередной поединочек. Громорог плюс Хофер. Хофер начинает первым, да? Ну что же. Зеленки здесь нет? Нет. Тогда давай начнем с Хофера. Хофера сейчас бомбанем. Промахнулся. Очень часто промахивается. Это круто. Так как этот синий, естественно, мы его сейчас быстренько разберем. А, так тут еще и Громорог тоже синий. Значит, он тоже попадает под раздачу от фиолетового. Так, минус. Погнали. Минус броня. Это сейчас будет разбег, естественно, ребят. Это только с разбегом может выпендриваться. Ну и этот подхалим тоже тут лезет. Нифига. Бомбанули. Ты видел, сколько у него здоровья было? И как у нас шторморез вырубил его. Ой, еще один бег. Блин, мы сейчас потеряем с тобой, скорее всего, нашего прихвостня, да. Сейчас он его добьет. Ну ничего страшного, потому что мы его добиваем теперь. И очередная баталия. Кривоклык плюс ужасное чудовище и Громоль. И Громоль. И все красные, да? Начнем тогда, наверное, с Громоля. Раз такие пляски у нас пошли. Ну что ты там? Подожди, а почему так быстро и много наносит урону именно... Мне не нравится подход. Ты посмотри. Эй. Совсем, блин. Ай-яй-яй-яй-яй, не добили. Все, мы потеряем с тобой сейчас штормореза. Бамс. Трэш какой-то. Он еще и всех усилил. Прикинь, всю команду усилил. Нет, 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 не надо. По-моему, сфейлились. Да. Красный, блин, я офигею, ребят. Они просто мощные, мощные. И здесь я не смогу ничего делать. Смотри, сейчас они распишут меня. К сожалению. Опа. Давай так тогда сделаем с тобой. Может, он нам поможет как-то? В принципе, да. Чуть-чуть помог. Меня это, кажется, не спасет, верно? Фига он там жарит. Раз за разом. Интересно, если я успею слепоту на него повести. Но меня это не спасет. Конечно, хотелось бы его сейчас тут уничтожить. Да. Он меня сейчас добьет, друзья. Никакой ничьи здесь не будет. Вот паршивцы. Так, ну что, мы с собой заработали на пак вождя. Открываем. Громобой, лаварык,
Пристиголов, парящий прихвостень. Ага, барсик и вепрь. Активируем пак. Ну, еще есть одно местечко, ребят, но я думаю, что уже в следующий раз пойдем. Так что что-то мне, конечно, прихвостень здесь немножко расстроил. Да уровень у него был бы немножечко повыше, хотя бы 15-й. Возможно, было бы получше. Возможно. Ну, а пока поставим обратно нашего барсика. Я уже как-то к нему привык за все это время. Ну что, дорогие друзья, на этом сегодня закончим серию. Ну, обязательно уже продолжим следующий. Так что, всем удачи и до новых скорых видосиков.